Всем привет, с моим каналом «Все для огорода». Хотя будет название написано «Сад на всех широтах». Вот. Короче, это мой канал. Будет пока, если я потом на это самое название поменяю, будет «Все для огорода». Вот, здесь как бы у них акция проходит. Вы можете выиграть квартиру для своей собаки. Вот, кто возьмет много этих пачек. Вот, я думаю, здесь ничего не можно выиграть. Да, здесь я шоколады купил. Значит, вот эти шоколадки были по акции, здесь по 78 рублей. Я люблю пористый шоколад, они были по 104 рубля. Вот, такой маленький будет видеоролик. Вот, говорят, надо ролики снимать самые короткие. Вот. А если в ролике я говорю, подписывайтесь на канал «Все для огорода», это он, наверное, будет так называться. А «Сад на всех широтах» я, наверное, его название сменю, потому что менять название часто нельзя. Там надо раз в полгода только можно. Вот. Поэтому не обращайте внимания, что если написано «Сад на всех широтах», когда я видеоролик говорю, что подписываюсь на канал «Все для огорода». Вот, короче, купил я этих шоколадок. Вот, хотел, конечно, пористого побольше, конечно, купить. Но 104 рубля – это дороговато, конечно. А эти вот по 78 рублей. Ну, это обычный шоколад с добавлением там белого, молочного и темного шоколада. Вот, спасибо за просмотр, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. А с вами канал, как бы сказать, «Все для огорода» и канал, мой канал, в названии канала «Сад на всех широтах». Вот, спасибо за просмотр, всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал. Ну, вы поняли, что как бы я канал один говорю, а написано название другого канала. Поэтому мне на это не обращать внимания, я со временем эту вывеску поменяю. Потому что надо все-таки что-то для огорода делать то же самое. Вот. Ну, семена и земли я не успел купить, потому что рынок был закрыт. Ну, и магазин был закрыт. Вот. Поэтому я здесь затарился в Пятерочке. Там народу никого не было в Пятерочке. Там 3 человека. Жалко, что я камеру не взял с собой. Хотел я камеру взять, снимать там чуть-чуть. Можно было. Потому что народу никого не было, да и там всего было 3 рабочих, там что-то они там делали. Можно так немножко было поснимать, конечно. Вот, спасибо за просмотр, жмите на колокольчик, подписывайтесь. Я приглашаю всех на свой новый канал, этот, он маленький. Роликов там не очень много, но я думаю, я сделаю много. Ну, летом, я думаю, разгоню эти ролики. Сделаю побольше этих самых роликов. Вот. На, ну, что там название одно, а говорю, что этот видеоролик подписываюсь на канал «Все для огорода». Видимо, я это название так и оставлю. А вот «Сад на всех широтах», видимо, со временем я его уберу. Вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И приглашайте к себе на канал для очередного просмотра. Вот. Спасибо за просмотр. Мне очень нравится вот такой шоколад пористый. Ну, а вот этот я не видел. В прошлый раз я покупал, сколько я, 4 штуки пористо покупал. Или 6 я пористо покупал. Вот, сейчас буду делиться. Пористо себе. А это 2 шоколада отдам. Вот эти 2 одним, другим, а 3 пориста к себе оставлю. Вот, спасибо за просмотр, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Следующее видео. Кто еще не купил, обязательно попробуйте. Пористый, очень изумительный, мягкий шоколад такой. Вот это, правда, еще не пробовал. Вот, всем пока-пока. С вами канал «Сад на всех широтах», а в роликах там будут говорить «Все для огорода».